Вопросы образования в сфере культуры обсудят сегодня в столице республики. Планируется, что в работе примет участие глава региона Рустем Хамитов, глава администрации и начальники отделов культуры муниципальных районов. Совещание разделят на две части. Первая – проведение экскурсии по образовательным организациям сферы культуры и искусства. Вторая – пленарное заседание, где затронут вопросы сохранения и развития системы непрерывного образования в сфере культуры. В развлекательной программе – концерт детского хора, который пройдет в Башкирском государственном театре оперы и балета. Редактор